Несколько месяцев тому назад были выделены первые деньги, первая часть выделена, но я был уверен, что ее освоят, я был спокоен. Пока эти, откуда-то эти уроды не взялись, этого антимонопольного комитета, взяли, нагло заблокировали. И причем, там же видно, что они манипулируют, потому что сначала они кого-то заставили внести жалобу, потом этот, я не знаю, но вот он унес это обратно, а они все равно блокируют. Понятно, приходите, да, отстегивайте, иначе не будет ничего. Мы пытались объяснить нормально, что этот спешит, что там вообще дороги нет, что давайте начинать и потом разбирайтесь, что там какие-то детали. Нет, их не интересует. Они специально, как только ты не платишь откат, они все блокируют. А потом давай приходи, давайте разговаривать. Как будто они не с людьми имеют дело. Вы абсолютно правы. 100%. А тут люди, а не строители компании. Я сейчас проехал по дороге эту дорогу, не дорогу, а отсутствие дороги, с направлениями, да, и объяснить сволоте в Киеве просто. Я иначе этих людей не называю, которые сидят в теплых кабинетах, которые никогда в жизни ногой сюда не вступали, не уступят, которые просто нагло берут взятки, потому что антимонопольный комитет — это полностью коррупционный орган. И из-за того, что им не отстегнули откат, просто блокируют нашу дорогу. Я хочу, чтобы они слышали голос народа. И реально ситуация такая, что мы им дадим 48 часов, начнется строительство этой дороги, как обещано. Они немедленно снимут всю блокировку. Ушли и все. У жителей Килийского района было мнение, у некоторых, я думаю, все поддержали, в четверг перекрывать трассу Одесса-Рени предупредительно. Давайте так. Если 48 часов не будет выполнен ремонт дороги, все поддержат, мы идем на радикальные действия. Это Одессу, человек. Завтра трассу. Нас будет 700. Просто 700. Люди я доведены до края. Удобрение, зерно, пшеница, все у нас два дорого. Нас никто не слышит. Просто нас никто не слышит. Дороги нет. Вообще отрезали от внешнего мира. 4000 дополнительных нужно платить фуре, чтобы она заехала в Килий. Закладывается себестоимость товара. Дождь прошел. Реанимобиль не едет сюда с Измаила. Я отца полгода назад вывозил с Баской, потому что реанимобиль с Измаила не хочет заезжать в Килью. Я человека с инфарктом вез на своей машине легковой. Вез с Баской, чтобы реанимобиль его доставил в областную одесскую больницу. Но это не единичный случай. Да что нам нельзя помочь? Килья... 35 километров этих осталось. Даже никто ничего. Вот 8 месяцев просто людей уже добило все. Просто-напросто. Первые деньги были выделены на ремонт дороги в феврале. В феврале. 8 месяцев, ровно. Потом на сессии облсовета нам опять обещают. Все, прошли. Опять замолкнулся. Ну уже просто накипило. Уже все, уже может хватит трошки. Где той манипульный комитет? Кто там такой мудрый? Ну просто не зажить. Я ставлю тут палатку с вашего разрешения. Приношу сюда рабочий кабинет. И буду разговаривать с этими... с волочами, сидящими в кабинете, потому что это просто это настолько издевательство над собственным народом, то, что я видел. И то, что я слышу, то вообще их не интересует, что вы думаете. Это то же самое, Автодор, сегодня 4 лота, Одесса-Рени, самых поврежденных. Мы основные начали, президент приехал, все сказали, все, давайте. После этого уезжать через 4 дня, как какой-то ведомство Автодора, 4 новых тендера блокируют. Еще это дополнительно 15 километров дорог, которые они блокируют, опять что мы не успели в этом году. Мы вам доверяем. Мы вам доверяем. Мы но у нас осталось времени, вот вы сами понимаете. Было передать нам эту дорогу. 3-4 недели максимум. Но у нас времени нет. У нас месяц вот остался, пока еще можно работать. Мы хотим от вас получить слово, что если через 48 часов антимонопольный комитет не разблокирует процесс ремонта нашей дороги, мы будем идти на радикальные действия, правильно? Да. Я один из вас. И просто это лично мое оскорбление, но это не главное. Это оскорбление каждого из вас. Это плевок в душу каждого. Вот палатка. И с этого момента рабочий центр управления областной администрации находится в Килии.